Сатурн, 13 июля 2019 года, Харьков, 23.51 по Киеву. Отлично. Снимаю я вообще-то сближение Юпитера и Луны на 2 градуса, но вот небо достаточно очистилось после сплошной облачности. Достаточно для того, чтобы даже Сатурн снять. Сатурн 1 миллиард 351 миллион километров от Земли. Ну, очень неплохо, по-моему. Пошли к виновникам торжества. Вот тебе, пожалуйста, 2 градуса угловых между Юпитером. Эх ты, боже ж ты мой, куда ж ты так пляшешь? И Луной. Но он уже, вижу, справа блестит, спутники блестят Галилеева. Сначала Европа справа, потом рядышком сдвоена с ним Ганимед, а слева от Юпитера Ио. Два часа назад я был полностью уверен, что ничего снимать не придется. Небо было сплошь затянуто. Да, Каллисто не видно все равно. Еще правее должен быть Каллисто, но как-то я его не наблюдаю, как обычно. Прекрасно. Небо очистилось, ветер стих, завтра не на работу, что еще надо для полного счастья.
А вон вверху экрана вылезает кратер Плута, по-моему, называется круглый. Идеально круглый. Ой, хорошо слева на грани света и тени. Рельеф на кратер выглядит. Да, жаль, конечно, что в таком виде сплошным белым пятном луна выглядит. Ну ладненько, будем сейчас делать третий дубль.